Выстрелы гремели сегодня днем у торгового центра рядом с метро «Пионерская». Мужчину в яркой футболке увезли в больницу с раной в животе. Большинство пользователей, изучив в популярном паблике видео, которое сняла спутница потерпевшего, назвали действия раненого провокацией. Предыстория конфликта в кадр не попала, но видно, как водитель внедорожника идет к своей машине. Но ему не дают уехать мужчина в яркой футболке. Он требует выйти, пытается открыть дверь. В руке водителя появляется пистолет. За кадром слышно, как потерпевший просит спутницу передать ему баллончик. Водитель нажимает на газ, чтобы уехать, но мужчина в футболке его преследует. Все, психанул. Ребенок в машине. Я тебе что сказал? Ребенок в машине. Полицию вызвали. После этого водитель вновь пытается уехать, и вновь мужчина в футболке бьет руками по автомобилю, а его спутница зовет пожарных, которые оказались поблизости. В итоге водитель теряет контроль, выходит и стреляет. Одна из пуль попадает в оппонента. Информацию в соцсетях о том, что ссора произошла из-за места на парковке, очевидцы опровергают. Там вообще парковка была свободная, там только одна машина стояла. Были люди, но многие, кто вот уже был непосредственно на парковке, непосредственно кто-то сразу сел обратно в машину, кто-то спрятался за машину. Что можно почувствовать в 3 часа дня, когда на людном месте стреляют? Конечно, ужас, вообще недоумение просто. Первую помощь раненому оказали пожарные, затем приехала скорая. Стрелка ищет полиция.